Сегодня мы в торговом центре «Форум». Ребенок захотел еще раз в поезд пойти. А я пойду в «Светофор». Там довольно понравились цены. Пойдем посмотрим, что почем. Вот, вон 100 рублей, ворот здесь есть. Можно пивоварня, сыроварня, самогонная варня. Самогонный аппарат. Так, берем большую корзину и идем закупаться. Это довольно низкие цены. Даже стулья продаются. Чего только нет. Да. Конструкторы, губки, какие-то пузырьки, бальзам, а это женский что-то. Так, ну считается, что здесь очень низкие цены. Эти стиральные порошки. Фольга. Честно говоря, не знаю даже цену фольги в городе, поэтому... Ого! Сковорода 300 рублей. 200 рублей. Так, набор сколько? Вот я возьму. 4 рубля. Мне просто необходим набор сторок. У меня их нет. Даже заморозки есть, мороженое. Цены довольно-таки на мороженое и мне для растительных жиров. Рыба. Надежда даже есть. Я не знаю цену. Какой должен стоить эту одежду. Но не сравнительно. Крывал всякие. Ну вот перчатки, например. 39 рублей 5 штук. Довольно неплохо. О, мешки для мусора. 240 литров. Нет, многовато будет. Интересно, вот эти вот. 35 литров маловато. Ведра мусорные. Ух ты. И картинки интересные. Угу. Кошачья еда. Так, антифризер. Это нам не надо. Ну, тут такое есть. Земля продается. Вот. Бур для бани. Опять что-то для кошек. Напоминаю ту базу. Здесь довольно прохладно. Вот реально, как в холодильнике находишься.
Мил на кости. Что сегодня будет? Блин, вот. Так, вот. Все, стоит. Пускай капуста. Сейчас не хочу маджика. А, это типа икры. Скажите, не, нет, я не буду брать. Я вот не скажу капусту возьму. Реально, холодильник. Так, там я не пройду. Бабушка. Идем дальше, что здесь у меня. О, соки пошли. Много-много туалетной бумаги. Крушечка, где что-то такое. Узор. Это типа компота. Из сухофруктов. Взять, взять 7 рублей. 3 литра. Возьму. Идем дальше. Водка. Зефир. Какого зефира здесь? Ну вот это. Обычно и яблочно. Вот такой зефир. Какой наш. Подожди. Орехи. Фундук. Грецкий. Я грецкий не вижу. О, рыбка. Соленькая. Почему она здесь грецкая? Ладно, рыбу вернуть потом. Я в конце рассмотрю. Тушеная говядина 39 рублей. Ну, самое интересное, что сейчас пост. Выбрать не буду. Сайра. Так вот. Я буду снимать челлендж прожить 3000 месяцев. И родить буду закупаться. Так, огурцы. Ну, это огурцы неплохие. 86 рублей. Возьму-ка я. Баночку. О, 100 граммов. 40 рублей. Тоже возьму. Так. Пиво я сейчас не пью. Алкоголь не продает. Даже. Такие чипсы. 100 рублей 500 грамм. Можно взять. По вкускам рыбалки. Ладно, возьму полкило, реально. Увесистая пачка такая. Идем дальше. Так, арахис еще будет. Арахис. Полкило 70 рублей. Ну, в принципе, такое все по мелочам. То, что продукты повседневного спроса, а. Курага. Такой сладости. Баловство. Такое я брал, но какая-то кисленькая. Ну, приятная штука. Но больше такой брать не буду. Так, еще одно молоко. Ананасы. Ну, консервы. Такой фильм здесь проходил. Да.
выставка сгущенки. А что это? Какой-то фикс прайс. Опа. Во. Что-то возьму. Вот такой люблю. Поэтому один пару штук где-то с собой. Ага. Кредельки соленые. 40 рублей. Берем. Так, зефир опять. Интересно, путем на шоколадный зефир. 49 рублей. Берем. Я закупился здесь. О, овсяное печенье возьму. 40 рублей. Нормально. Литр. Так, луковый гольц, не знаю, почему я здесь, но возьму эту штучку. Финики. Килограмм. 81 рубль. Возьмем. Так, вот еще 500 здесь, как-то же. Ну, это, понимаешь, провансаль, посмотрим. Ну, в принципе, я мало возьму пачку. Вот, полная тележка. 45 рублей. Ну, две упаковочки. Ну, все, наверное. Закругляюсь. Интересно, как это донесло. Так. Вот эту баночку еще возьму. Баскин Робби. Раньше называлось пингвин. И мороженое у нас продавалось. В начале 90-х. Ну, намного дешевле, чем, конечно, то, что сейчас. Цены. Офигеть. Ну, для нас это была новинка, было очень вкусно и интересно. Часы. Сваровский. Наш любимый фикс-прайс. Посмотрим, что это в фикс-прайсе. Берем большой. Вот сейчас. Дойдем. Давно я не был в фикс-прайсах. Такая вот. Тоже пекарня есть. Можно видеть игрушку, не только. Будет фокус. Он не отравится? Да? Не отравится? Нет. Это все покупают. Thank you.
Нет дыма.